Участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить земельные участки. Напомню, в соответствии с указом президента в Самаре с 1 апреля текущего года начали принимать заявления на предоставление участков земли от бойцов СВО, завершивших участие в боевых действиях, и от членов семей погибших. Таким правом обладают участники специальной военной операции, награжденные орденами и являющиеся героями России. Участки будут предоставлять на территории Самары. На сегодняшний момент мы осуществляем прием заявлений по адресу Куйбышева, 48. Специалисты всегда готовы оказать помощь, содействие как в сборе документов, так и в консультировании необходимое по необходимому пакету документов. В настоящее время земельные участки формируются, и первые участки будут предоставлены уже до конца 2024 года.